Всем добрый день! Вашему вниманию хочу представить зарядное устройство Nightcore Intelligent Charger i4. Вот спецификации данного устройства. Здесь написано, что произведено фирмой SysMax. Давайте посмотрим комплектацию данного устройства. Что же у нас идет внутри коробки? Собственно, зарядное устройство пакуется вот в такой блистер. Оно достаточно больших размеров. Я так понимаю, это индикация зарядов, это индикация питания. Вот что написано на оборотной стороне. Здесь написаны аккумуляторы, которые можно заряжать. Это, я так понимаю, гарантия. Это спецификация и инструкция. Ну и, собственно, кабель питания. Зарядное устройство имеет два способа подключения. Это, скорее всего, подключение к автомобильному кабелю. Вот здесь написано, что опционально бывает в комплекте. Но в данной зарядке этого нету. Поэтому комплектуется вот таким кабелем питания. Давайте посмотрим, что же будет при включении устройства в сеть. Вот загорались все индикаторы. Я так понимаю, синеньким светится, что подключен к сети. Значит, попробуем аккумуляторы. Ну вот, есть у нас такой Fujitsu. Это 3А аккумулятор. Вот он, Sanyo Anyloop. Это 2А аккумулятор. Ну и самый у нас большой Nightcore 18650 спецификации. Вот такой аккумулятор. Вот они идут, заряды. Более подробно есть описание на сайте Nightcore. Достаточно простая, достаточно очень хорошая зарядка. У многих она стала основной зарядкой. Надеюсь, будет и мне очень долго служить. Удачного вам пользования. Ссылка на магазин будет под видео. Пока.